Шаг локтя. Все. Отличная победа. Супер победа из Слава Махачева. Сейчас, я думаю, попадет уже в рейтинге топ-15. Да, он доказал, что он может конкурировать на высоком уровне, и соперник был непростой, но ничего лишнего, который повысил свой номер в рейтинге, и теперь будет, я думаю, уже сражаться с ребятами с топ-15. До этого, мы напомним, была яркая победа нокаутом Магнесом Тибао. Также первый раунд.